Анатолий Назаров – программист, а сегодня выступает в качестве модели. Говорит, перед первым выходом на подиум абсолютно спокоен. Ко всему в жизни подходит творчески, даже сценический образ придумал сам. Для кого-то, может быть, это показ модной одежды и брендов, а для меня это театр моды. Модный показ «Подиум зрелой красоты» существует в России уже 7 лет, но в Самаре проходит впервые. Это не просто демонстрация модной одежды для старшего поколения. Это проект о людях, которые в 50 лет и старше следят за собой и при желании готовы измениться до неузнаваемости. Мы давно знаем, что нужно ломать стереотипы о возрасте. И мы решили сделать такой проект, который будет и про моду, и про красоту, и про старшее поколение, и про то, что они становятся другими. Модели дефилировали под звуки живой музыки и бой барабанов. Каждый выход как маленький спектакль. Готовились к выступлению несколько недель, и за это время успели узнать друг друга и подружиться. Это потрясающе. Столько настроения хорошего. Такая отличная команда дружная здесь работает. Столько классных девчонок, столько интересных историй я узнала. Коллекция одежды на все случаи жизни. От нежных платьев из кружева ручной работы, мягкого трикотажа до теплых кашемировых пальто. Я влюбилась в эту одежду. И, наверное, даже я с ней не расстанусь. Я не хочу с ней расставаться. Это так удобно, так мягко, так изысканно. Костюмы предоставили самарские дизайнеры, многие из которых давно мечтали поучаствовать в проекте. Это нужно очень Самаре. И желательно, конечно, чтобы больше таких было мероприятий, чтобы женщины себя могли чувствовать красивыми. Дизайнеры и организаторы проекта постарались не только подчеркнуть благородную красоту модели и их внешние особенности, но и отобразить уникальность внутреннего мира каждого. Почувствовал себя уже каким-то таким вот человеком, который готов выйти на улицу и вот это все продемонстрировать не только здесь на подиуме, но и на улице. Я бы еще хотела поучаствовать, потому что на меня посмотрели женщины, и меня увидели все мои знакомые, все близкие. Телеканал «Самара ГИС» организовал трансляцию показа. Дефиле в прямом эфире смогли увидеть одновременно до 40 тысяч человек, как в регионе, так и во всей стране, и даже за рубежом. Всей команде телекомпании «ГИС» вот большой респект, большое уважение, профессионально сработали. Я надеюсь, что очень много людей сегодня радовались, глядя на наш подиум в прямом эфире. Подиум зрелой красоты давно вышел на федеральный уровень, и в каждом городе организаторы находят единомышленников. Тех, кто уверен, что стиль – это не просто брендовые вещи, а философия человека, шарм и неповторимость, которые совсем не зависят от возраста. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.